Дорогие коллеги, уважаемые жители Новочебоксарска и гости города, от имени администрации ПАО «Химпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками, новым 2020 годом и светлым праздником Рождества. 2020 год для нас юбилейный. Заводу исполняется 60 лет. Все эти годы наше предприятие было и остается в числе лидеров химической отрасли. Мы продолжаем путь созидания и развития, строительства и новаторства. Сохраняем финансовую стабильность и обеспечиваем выпуск качественной продукции. В уходящем году были реализованы важные для нас инвестиционные проекты, которые обеспечили предприятию дополнительный экономический эффект. Новое производство гипхлорида кальция сегодня выходит на полную мощность и способствует дальнейшему развитию завода. В настоящее время на производственной площадке ПАО «Химпром» дан старт значимому для всей страны инвестиционному проекту производства перекиси водорода по антрахиноновой технологии, которое планируется запустить в 2022 году. А это значит, что скоро откроются новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, которые, в свою очередь, будут направляться на повышение качества жизни горожан. В 2019 году выполнен большой объем работ по ремонту зданий, сооружений, технологического оборудования. В следующем году мы продолжим модернизацию производства. Для повышения эффективности управления ресурсами на предприятии внедряются новые информационные технологии. В текущем году реализовано 4 проекта, благодаря которым многие задачи стало возможным решать за считанные минуты, что значительно помогает сэкономить рабочее время, повысить эффективность организации труда и снизить затраты на производство. Практические результаты, достигнутые в ПАО «Химпром», свидетельствуют о том, что управленческая команда и коллектив предприятия работают профессионально и результативно. В наступающем году мы будем ставить новые цели и планомерно их достигать, продолжая поддерживать высокую планку и решать возникающие задачи. Дорогие друзья, в преддверии Нового года у каждого свои ожидания, но по большому счету все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, мечты обязательно сбывались. В наступающем году желаю вам исполнения всех планов, надежд и желаний, неиссякаемого оптимизма, любви, благополучия и счастья. Уверен, что 2020 год станет для вас удачным на победы и достижения и приумножит накопленный опыт. С праздником!